сейчас вот. Да, я мясо употребляю, и не только мясо. Это, видимо, уже бывший сыроед Максим Лютый признается журналистам, что в СИЗО ест мясо и другие продукты. Причем на лице у него ни капли печали. А ведь полгода назад у него умер сын, который прожил всего 26 дней. Умер потому, что, предположительно, Максим перевел его на диету с питанием исключительно солнцем. «Покайтесь, дети мои, за трупы убиенных животных, которые гниют в чреве вашем и разлагают не только ваши тела, но и души». Максим Лютый несколько последних лет учит подписчиков сыроедению и солнечным диетам. «Хорошо! Хорошо, хорошо». Все у него было хорошо, пока в марте от истощения и пневмонии не умер его сын. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда. Это человек, который питается только энергией солнца. «Самое лучшее питание выглядит вот таким образом. Вы берете с дерева и едите вкусный, сочный, свежий плод». Сам Лютый уверяет, что он ничего не запрещал и все валит на мать сына Оксану. Ее, кстати, суд еще месяц назад признал виновной и приговорил к 2 годам исправительных работ. А вот Лютому грозит 15 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.